Как вы знаете, я сейчас провожу акцию, что дарю свои книги всем желающим. Книги в электронном виде сделаны так, как я их задумал. И вот сейчас я только сделал книгу «Закаленный вдоволечение» и дополнил ее примером, таким поучительным примером. Я описывал процедуру «Мокрая рубаха», или Себастьян к ней называл ее «Испанский плащ». То есть человека заматывают в холодную простынь. Сверху, естественно, кладут его в кровать. Сверху накрывают одеялом, потом периной. И вот вначале от холодной воды у человека бегут мурашки, он замерзает. А потом получается интересный такой обратный эффект. Начинается мощный внутренний разогрев. Знаете, не тот, который вот в бане происходит от того, что человек от какого-то стороннего источника, ну, от пара, который его окружает, он разогревается. А именно изнутри. То есть любая оздоровительно-лечебная, очистительная, будем говорить, реакция организма, направленная на выздоровление, она идет изнутри организма, и в первую очередь она выражается в мощном прогреве всего организма с потением. Это очень важно понимать. Это тот механизм, который обладает мощнейшим естественным целительным эффектом. И вот как раз вот этот испанский плащ-мокрая рубаха это делает. Но описание было, а вот я его сам применял, почему я рассказываю так знающе, но я не делал его дальше. А вот использовала его одна женщина, которая лечилась от онкологии. И вот мне хочется сейчас зачитать ее опыт, что она рассказывает. Значит, я наткнулся на письмо женщины из Приморского края, которая описывает свое лечение от онкологии, по моим книгам. Самое главное, что имеется в этом письме, это описание применения мокрой рубахи. Суть вот письма я перевожу своими словами. Женщина пишет, заболела раком 40 лет. Решила воспользоваться книгой Малахова «Целительные силы». Лечится по этой книге уже 9 лет. Справка. После 5 лет официального лечения люди умирают, чтобы вы знали. Свищевой, значит, она пишет, что вы хорошо написали о вредном влиянии трихомонад, но совсем не изучили дрожжевой грибок или грибы кандида. Из биологии известно, что грибы вначале развиваются как растительные клетки, а потом как животные. Когда женщина начала лечиться с помощью заворачивания в мокрую простынь, то в эту простынь из левой ноги, возможно, еще откуда-то, вытянулись черви длиной в 5 сантиметров. Далее женщина сообщила, что мокрая простынь вытягивала на себя из тела множество всевозможных паразитов. На третий год лечения у этой женщины на кожу лица вышла черная пленка с черными прожилками. Она ее сдернула и выбросила. Женщина считает, что это была грибница, которая производила мириады разнообразной патологической жизни. По своим ощущениям и наблюдениям, женщина считает, что патология укореняется слоями в организме человека. Она пишет, что примерно с месяц мокрой простынью из организма вытягиваются одни паразиты, потом другие. Причем паразиты весьма разнообразны и внешне похожи на цепочки, сережки, округлые, саблевидные и тому подобное. По ее мнению, выходят они из каждой клетки организма. Почему? Да потому что если это грибница, она своими вот этими волосками плесневыми, она прорастает по всему организму, естественно, прикрепляется туда,
откуда можно получать энергию? То есть практически каждой здоровой клетки нашего организма, с которого она потребляет энергию. Все они живые и шевелятся. А самое главное, все они живут человека, отчего он так быстро и худеет при онкологии. То есть, когда онкология действительно, онкология это нечто чуждое, поселилось в вашем организме, которое просто задача одна, съесть вас и все. По мнению женщины, паразиты выходят из тела человека в мокрую простынь, потому что они живые существа, произведенные грибом. А вот я говорю, они выходят из-за того, что эта процедура создает мощный внутренний жар, который их вытесняет. И они, естественно, идут туда, где прохладно, вместе с потом через расширенные поры, и выходят на простынь, где нет иммунитета, где нет лейкоцитов, где влажно, и где можно, так сказать, влажная среда, они идут туда. Главное, что нужно грибам, это влага и тепло. Да, и все эти условия идеально создают процедуру мокрая простынь. А в теле в это время жар. Она является как провокация для грибов, имеются ли они в организме или нет. Если не имеются, то дружно вылезают на эту простынь. То есть важно, видите, есть процедуры, допустим, применения противогрибковых препаратов, которые убивают, при этом они калечат организм. А можно их выманить. Это разный подход к лечению организма, к лечению даже той онкологии. Безболезненно выманить, либо, знаете, как войну провести, освобождая город от захватчиков, расфигачить нафиг, как в Сирии, как в Сталинграде, весь город вместе с его жильцами. И там останутся они или нет. Это разные вещи. Просто в конце процедура такого обилия всякой гадости воняет. Женщина считает, что к старости... Человек воняет потому, что насквозь пропитан разного рода паразитами, производимые грибницы. Это действительно такое очень тонкое замечание человека, который все это видел, который все это прочувствовал. Понимаете, как бы сказать, вот мусор, который остается в городе, он порождает, допустим, собак бездомных, кошек, крыс, тараканов и, в конце концов, инфекцию в виде чумы. Взаимосвязь улавливаете? Она сообщает, что за 9 лет применения процедуры мокрой простыни сменила уже 6 простыней. Их сожрали грибковые и прочие паразиты. За это время, а что простынь, это хлопок, прекрасно все это жрет, да? Из тела простынь выползло огромное количество самых различных паразитов, понимаете? Жар, еще разок подчеркиваю, жар надо создать. Жар вытесняет, и они лезут туда, где прохладно, где влажно. Простынь это дает им вот эти идеальные условия. Немного о грибах кандида. Свищи на основании своих многочисленных экспериментов сообщает, что грибкам для их развития нужен кислород. Отсюда они вначале поселяются на какой-либо поверхности тела, кожи, поверхности языка, на стенке кишечника, на слизистой волка глаз и половой сферы. О том, что они поселились, указывает белый налет на языке, уходящий по пищеводу внутрь организма, закисание глаз. Это я уже от себя добавляю. Особенно, допустим, попарилась на следующий день, вы проснулись, вернее, через ночь проснулись утром, глаза закисли. Это как раз тот феномен, что тут имеется инфекция, которая за счет жара, ну это бани жара, была, значит, убита и вот выделяется через слизистую. Укрепившись на поверхности, грибки кандида начинают прорастать внутрь. Так Свищев сообщает, что когда грибки кандида прорастали внутрь пробирки, то при этом они подавляли все остальные, и бактерии, и трихомонады. То есть они заселяют и все свое делают.
Следует отметить, что Свищева считает, что в организме этой женщины так много паразитов, потому что, она предварительно от них не очищалась и не чистила организм. Но почитаем следующее письмо этой женщины. Итак, женщина сообщает, что получила письмо от Свищевой и сразу дает ей ответ. Вначале ее поставили на учет в 35 лет с диагнозом сердечно-сосудистая дистония. То есть сначала рябница забирает силы организма. Это выражается в сердечно-сосудистой дистонии, слабости. Количество гемоглобина в крови было 50 в норме, значит, должно быть 120-140 грамм на, или миллиграмм на литр. Представляете? То есть, в первую очередь, жрет красные кровяные тельца, что делает инфекция. Позднее начались проблемы по женской части. Миома 9 недель. У онколога она не лечилась, операций никаких не делала. Начала лечить себя сама в 40 лет. Еще раз повторяю. Онкология применяет химиотерапию, применяет облучение, применяет особые таблетки, которые поднимают внутренний жар организма. Вот. Но все это лечение приводит к тому, что разрушается организм, ослабляется. А эта ерунда, как правило, остается. То есть, грубо говоря, убили 90%, пускай онкологии. 10 или 5 осталось. Через 5 лет это все по новой отрастает, уже приспособленное к всей этой химиотерапии, к облучению и прочее, прочее. И человека нету. То есть статистика 5, в основном 5 лет. И врачи говорят, да что ты хотел? 5 лет ты прожил. И все. Так, последняя проверка показала, что опухоли нет. Далее она сообщает, что первый год посещала домашнюю баню и делала клизмы. Сначала с чистотилом, потом с упаренной уриной. Одну неделю, каждый день клизму, вторую через день, третью неделю через 2 дня. Ну, как у меня описано в книге про очищение организма. И так весь год. То есть очищение было, очищение прекрасно, но паразиты проникли практически в каждую клетку. То есть, когда организм поражен, очищение уже не работает. Понимаете? Уже поезд ушел. Все. Очищение помогает там, когда нет вот этих вот этой грибницы. Именно это отличие обычного больного от онкологического. У обычного может быть поражено, обычного человека, может быть поражено до половины клеток тела паразитами, и организм еще сопротивляется. У онкологического больного поражено все. Собственный иммунитет на нуле. И, кстати, еще все эти процедуры современные против онкологии, они подавляют свой собственный иммунитет. То есть они, как бы сказать, хотят за счет вот этих всех, значит, химиотерапии, вот этих вот таблеток, которые вызывают там жар в организме, и облучение, заменить иммунитет свой. То есть, как бы сказать, побить, разбить и уничтожить. А тут-то вся вещь мокрой рубахи не уничтожит, а выманить. То есть создать, будем говорить, в организме душняк, из-за которого все эти паразиты вылазят на мокрую простынь. Они-то любят мокрую среду, все это, да, влажную. Это, говорю, разный подход. Паразиты разных мастей жрут тело больного заживо, вьют в нем гнезда, грибницы, которые внешне смотрятся как разного рода опухоли. Женщина вспоминает, что во время очищения у нее выходила чернота с прожилками. Все, как написано у Малахова при очищении кишечника. То есть, если это сам прошел, сам видел, сам написал, сам рассказал. И я вот вспоминаю, кстати, когда я голодал 40 суток, описал все это в записке «Голодающая»,
то на 30-е там с лишним сутки во время мочеиспускания я почувствовал рез в мочеиспускательном канале, и вместе с мочой вышло нечто черное, наподобие густой слизи, как мазут. Резануло по мочевому каналу и вышло, думаю, нифига себе, что это такое за чернота с мочевого канала вышла, то есть не с толстого кишечника, а именно с мочевого канала. Думаю, нифига себе. Я сейчас думаю, что эта грибница дала дёру из мочевого пузыря и почек. Женщина делала и ванны с упаренной уриной. В ванну она добавляла один стакан упаренной мочи, раз в неделю она делала, а раз в неделю делала мокрую простынь. Плюс ко всему этому она регулярно парилась в бане с веником. В воду для парения, где лежал банник, она добавляла 2 столовые ложки упаренной мочи, но это не обязательно. Ну, я пишу, читаю как есть. При выходе из парной обливала себе холодной водой. И так несколько раз. Парное обливание. Регулярно пила нечетное количество противоводы. Ну, это обычно талая вода. Не будем заморачиваться. В итоге такая естественная программа дала свои положительные результаты. Через 3 года она почувствовала себя лучше. Далее женщина сообщает, что когда она полечилась таким методом 3 года, у нее на коже, как пишет Малахов, образовались корочки, мешали спать, то есть через кожу началась выходить патология, которая, понимаю, вот тонкая такая патология, в смысле какие-то уже грибки, вирусы, хрен знает что, бактерии. Чтобы их устранить, она стала делать мокрую простынь на всю ночь. Именно на всю ночь. Я-то когда опробовал, я ее делал, ну допустим, минут на 40, лег, холодно, первые 5 минут, потом тело начинает разогреваться, минут через 15 уже идет жар, через 20 вы потеете, через там, допустим, процесс потения идет еще, допустим, там где-то минут там 10-15, далее вы расслабляетесь и, как бы сказать, погружаетесь, вот хочется расслабиться и в сон. Так. На всю ночь. Утром вставала и обливала себя горячей водой с упаренной уриной, обсыхала. Полотенце не использовала и шла на работу. Женщина приводит свое питание на ночь. Кефир, яблоки, каши. При этом подчеркивает, что обязательно пьет дрожжи 3 раза в день по чайной ложке. Дрожжи сухие. Но это должны быть естественные дрожжи. Или пивные дрожжи. Я лично пил пивные дрожжи, сухие я не пил. В них присутствует живой грибок. Подобное применение дрожжи она считает оправданным тем, что по методу гомеопатии подобно лечится подобные дрожжевые грибки дрожжевыми грибками. Но я бы не сказал, что это гомеопатия. Гомеопатия совсем это маленькое средство. А, ну, вы говорите, как грибница, одна грибница, все-таки, смотрите, есть грибки лисички, есть грибки маслята, есть грибки подберезовые, подосиновые и так далее, и так далее. И каждая грибница, она не дружит с другой, она ее вытесняет, если есть такая возможность. Так вот, когда мы применяем вот эти вот, допустим, дрожжи, то они начинают, как бы сказать, заселять организм, и являются менее вредными для самого организма, но они вытесняют те, которые уже там были. Она считает, что дрожжи действуют на все спайки и уплотнения, как растворитель. А теперь обратите внимание в начало, когда я вам показывал дерево, на что действует эта грибница. Она действует не на листья, она действует не на там кору, она действует на древесину. А что у нас спайки уплотнения? Это как раз вот эти твердые вещи, которые нужны для ее питания. Все микроорганизмы на коже и во всем организме от этого находятся как бы под большим давлением. От действия дрожжей микробы как будто набухают и, защищаясь, выделяют слизь и окутывают себя плотной перепонкой. Женщина говорит, что заметила, что от перепадов температур защитная перепонка лопается и микроорганизм оттуда высыпается. Женщина считает, что на мокрую простынь из нее вышли
особые черви. Они присутствуют возле уплотнений в теле. С каждой чисткой это уплотнение уменьшается в размере. Вот как сама женщина описывает эти уплотнения. Уплотнения или спайки устроены так. В центре находится живой микроорганизм. Он не один, их много. Например, в форме палочки с четырьмя ножками. Вокруг них находятся вот эти белые черви. И в форме эллипса плотный крепкий ободок. А сверху плотная крепкая пленка. И сверху еще и еще слизь. Значит, вот это можно было бы расценить как сказку. Но почитайте последние статьи в интернете. И там говорят, что этих паразитов огромное количество. Если там считали, да, раньше, там, грубо говоря, там десяток, два, три, то теперь 2000 и постоянно находят все новые, новые, новые. Женщина рассказывает, что когда она начала лечиться и щупала эти уплотнения, они походили на штырь и шли до самой кости. Почему кости? Потому что внутри кости костный мозг, который производит все клетки, вот эти, как бы сказать, клетки, которые потом, выделяясь в кровь, разносят по всему организму, замещают отмершие клетки. И плюс, естественно, и красные кровяные клетки там же производятся. Поэтому вот это вот вся эта близнетворные штуки лезут в кровь для того, чтобы именно прицепиться к этому механизму, который производит жизнь, чтобы сразу напрямую ее брать. Она считает уплотнение слоями и насчитала их около 100. Сейчас у меня эти уплотнения глубиной 2 сантиметра. После этих уплотнений уже чувствуется здоровая кожа. Кожа моя стала мягкая, упругая, эластичная. А в 40 лет она была сухая, страшная, сморщенная. Сухая, страшную убираем, сморщенная. Остается слово сухая, которое сморщивает. Так вот, сухая из-за того, что что делает грибница в организме человека? Она любит влагу, и поэтому в первую очередь забирает влагу для своего развития, оставляя организм без воды. А раз организм без воды, естественно, он сохнет, шелушится и прочее, прочее. Да, в том месте, где у меня в первый раз вышли на ноги черви, их было 10 штук, они были пучком. Нет плохих вен. То есть, вот вроде как вены, мы думаем, еще что-то там, какая-то закупорка и так далее. Мы даже не вдаемся себе в рассуждение, от чего она вызвана. А вызывают паразиты, допустим, какие-то такие тонкие черви, которые сплелись клубком, мешают прохождению нормально крови, вызывают вот этот тромб, вызывают вот эту черноту в венах и так далее и тому подобное. А сами-то используют нашу кровь для того, чтобы кормиться. Там сильнейшее уплотнение, и это место горит огнем, значит, было. Мокрую рубаху или мокрую простынь женщина делает на всю ночь. Спит до утра, сон хороший, крепкий, потому что прекрасно расслабляет. Вы знаете, вот во влажном таком. Я вот просто проделал несколько раз, чтобы почувствовать механизм, как она работает. Но дальше не стал делать. А вот сейчас задумываюсь, как бы ее начать делать на более длинное, так сказать, время. Я писал, что перед тем, как лечь и завернуться в мокрую рубаху, надо разогреть свой организм. Женщина пишет в письме, что не знает, как сделать разогрев тела. Но он сам разогреется там. Это не обязательно делать. Но если вы хотите разогреть организм, надо просто минут 5-10 интенсивно подвигаться. Пожать на месте, там, бежать, высоко поднимая колени и так далее. А потом ложитесь, оборачивайтесь и пошло. Так, описание, значит, самой процедуры тут идет. Я не буду на него говорить. Ну, у
укажу. Чем холоднее вода на простыне, тем сильнее ответ со стороны организма. Вначале холодно, но организм быстро согревается, становится настолько жарко, что пот льет градом, как парной. Внутреннее тепло именно вот это делает душняк. Понимаете, лимфатическая система пытается очиститься. А лимфатическая система очищается, если есть что-то, она просто напрямую через кожу, открываются поры кожи и сбрасывается вся эта лишняя токсическая жидкость, содержащая вот все эти вот отбросы и плюс паразиты. Так. Рекомендуют делать процедуру ближе к вечеру. Женщина считает, что излечение потому идет медленно, что оздоровление идет слоями из-за всего организма. Мол, организм сам регулирует излечение, пока весь слой не выйдет там из головы, из глаз, из ушей, из всех внутренностей, да, в общем, из каждой клеточки, к следующему слою очищения организма не приступает. Женщина замечает, что чем чище становится тело, тем больше оно молодеет. Из этого она делает вывод, что рак и старость – звенья одной цепи. Опять-таки теперь сошлюсь на свой собственный опыт. Когда я голодал 40 суток, и вы увидели меня, то есть это был другой человек, другая совершенно кожа. Никаких запахов от тела не было. А суставы гнулись лучше, чем у меня. В 3 года они гнулись. Женщина из Приморья. Очень наблюдательный человек. Когда она разводила дрожжи и не поднимается шапка, то на этой шапке увидела рисунок. Рисунок говорит об энергетической структуре грибницы. Вот то, что вылезло из дерева, и видите, оно тоже имеет свою структуру, свою форму. То есть это не абстрактная вещь, вот она как-то вылезла. То есть это в смысле форма, общая форма вот этого грибка-паразита. Значит, структуру в виде лепестков. Примерно такие же лепесточки усеивают кожу большинства людей. Посмотрите на людей внимательно, на себя. Это говорит о том, что грибок жрет всех. Я все свое окружение осмотрела, и у всех эти лепесточки, даже у младенцев. Вот так. От простыны исходит неприятный гнилостный запах. Поскольку она почистилась и стала острее чувствовать запахи, рассказывает, что у нее из носоглотки выходили черные уплотнения, затем зеленые, потом белые. Но это сначала черные, отмершие. Зеленые – это только что убитые гной. Да? А белые – это уже, будем говорить, вот эти вот живые, которые вот это все делают. То есть белая слизь – это как раз вот это состоит из живой этой грибницы. То от всех пожилых людей просто несет от кожи плесенью. В школе, где она работает, а детей точно так же несет вонью и плесенью. Эта женщина придерживается несколько иного взгляда на возбудителей рака, чем свищу. Она считает, что грибок размножается спорами, дает при каждом новом выбросе спор совершенно новые микроорганизмы, совершенно новыми свойствами. Потому рак так трудно излечить. Можно с этим согласиться, можно с этим не согласиться. Но тем не менее, я больше придерживаюсь ее мнения. Потому что идут мутации, это раз. Потом в зависимости от условий, будем говорить, возникают из одного и того же, развиваются разные организмы. Так, и женщина дает такой совет. Если вы хотите узнать и увидеть эти грибы, то можете сами сделать себе простынь и все микроорганизмы, и вообще все устройство этого страшного мира изучите на себе. То есть тут только не в течение, как я делал, допустим, часа, а где-то вот 2-3 часов желательно полежать в такой-то. А тем более, если на ночь. Значит, женщина чувствует себя сейчас на 25 лет, продолжает комплекс лечения, ничего не бросает, а временно это занимает немного. Я,
и со своего опыта, вот когда я что-то новое начинаю, сначала, да, это сложно, но как только стоит отработать эту процедуру, даже тоже клизмение. Сначала, ой, это воду надо сделать, то надо сделать, все, встать там, допустим, на четвереньки, еще, потом сесть и так далее. Когда это все будет отработано, это занимает мало времени и делается. То же самое и с этой мокрой рубахой.